У Вишневому відбулося коригування або підвищення тарифу на воду. За коментарем щодо цих змін ми звернулися до Олександра Волкова, начальника відділу з питань житлово-комунального господарства виконкому Вишневої міської ради. Безусловно, це не просто бажання працівників комунальних підприємств, це требування нормативно-законодательних положень, тому що закони требують, що тарифи житлово-комунальних підприємств повинні відповідати реаліям, вони повинні бути економічно обоснованими, безубиточними і давати можливість предприятиям работать. Если на сегодня идут, скажем, циклы повышения составляющих тарифов, а это в первую очередь размер минимальной оплаты труда, стоимость энергоносителей, если мы говорим сейчас о водоканале, это стоимость электроэнергии, увеличивается стоимость горюче-смазочных материалов, увеличивается стоимость расходных материалов, которые предприятия используют в своей деятельности, то не реагировать на это они не имеют возможности, иначе их деятельность будет, во-первых, убыточной, во-вторых, фактически невозможно, потому что работать без финансового обеспечения никто не сможет. Надо людям платить зарплату, нужно платить за электроэнергию, нужно закупать необходимые материалы. В общем-то, и вся их производственная деятельность сводится к тому, что сколько они от населения получают, практически все они вкладывают в свою деятельность для того, чтобы в городе была стабильная подача холодной воды, работали канализационные системы. За словами начальника відділу з питань житлово-комунального господарства виконкому Вишневої міської ради Олександра Волкова, наразі і так низка витратних статей Вишнівського водоканалу лежить на плечах інвесторів, які ведуть будівництво у місті. Та й саме комунальне підприємство не може послуговуватися старими тарифами, які востаннє приймалися у травні минулого року. С того времени, к сожалению, вот у нас опять произошло довольно существенное увеличение стоимости электроэнергии, увеличился размер минимальной оплаты труда, который предприятие вынуждено закладывать для своих работников, увеличивался стоимость горюче-смазочных материалов и различных вспомогательных материалов, которые используются. Хочу сразу сказать, что повышение это, в принципе, это незначительное, но оно позволяет на минимально возможном уровне держать возможность предприятия и работать, и не бить сильно по населению, по кошельку. На сегодняшний день у нас принятые тарифы будут составлять, они разбиваются на две категории. Первая категория – это жители многоквартирных домов, которые обслуживаются централизованно у нас управлением Минским господарством. Для жителей многоэтажек у нас тариф будет 16,2 гривны за один куб. Это и вода, и канализация. Для остальных жителей, это жителей домов, которые не обслуживают СОМГ, это кооперативы, это ОСББ, это общежитие. Для них тариф будет составлять 13,84 гривны за кубический метр. Это с водой и канализацией. Попри підвищення тарифів, ціна у Вишневому досі лишається найнижчою по Київській області, запевняє пан Олександр. Передусім цьому сприяє стабільна, ефективна робота підприємства. Тим не менше, зовсім не реагувати на зміни затрат, які вкладаються в виробничу діяльність, Вишнівський водоканал не може. Що буде найближчим часом, пророкувати складно, зізнається начальник відділу з питань житлово-комунального господарства. Одначе вже відомо про наміри Національної комісії підвищити вартість електрики із 1 квітня. Электроэнергия очень много потребляется водоканалом, поскольку у нас вся вода добывается из артезианских скважин. Для работы скважин нужны насосы, насосы электроэнергии. Насосы разгоняют воду по жилому фонду, насосы поднимают воду на верхние этажи жилых домов. В общем-то, очень много электроэнергии потребляет Вишневский водоканал. То же самое с канализационной системой. Если у нас в определенных местах есть самотечная канализация, то на КНС-ках тоже очень большое потребление электроэнергии. Поэтому для того, чтобы предприятие могло быть не просто безубыточным, но эффективно осуществлять свою деятельность, оно идет на повышение тарифов. Для населения тариф повышается на 7%, который обслуживает ОМГ, для ОСББ кооперативов и общежитий повышение составляет 5,3%. Обращу внимание, что у нас, в общем-то, сразу в тарифе водоканала заложена затрата на единый разрахунковый центр, который следит за начислениями населению, следит за сбором платежей. Достаточно удобную форму, мы ее в городе держим для того, чтобы было своего рода единое окно, где каждый может узнать свои вопросы, связанные с коммунальными платежами. Поэтому
За счет этого возникает вот такая вот разница. Насосы работают в круглосуточном режиме, насосы работают по полную загрузку. В общем-то, за счет помощи бюджета предприятия старается вот эту вот свою базу силового оборудования держать на хорошем уровне. И у нас регулярно проводится и замена насосов, и закупка современных, хороших аппаратов. Но в то же время огромная нагрузка, которую они испытывают, в общем-то, ограничивает их ресурс. Поэтому, во-первых, нужно выделять средства на их профилактическое обслуживание, на поточный ремонт. При необходимости делается капитальный ремонт или же замена. Поэтому, в общем-то, еще раз повторюсь, деятельность предприятий наших, она неоднократно проверялась там различными проверяющими структурами. Практически все, что собирается с населением в виде тарифа, уходит исключительно на поточную деятельность предприятия. Программа развития в основном осуществляется за счет инвестиционного привлечения средств.